Какой ужас! Что это с ним? Тише, пиш. Дерево? Дерево поет. Это немецкий? Ну что такого? Все по-немецки. Еще и по-немецки. Ну вы псих. Алло. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Алло. Алло. Простите, это Анна Сергеевна? Алло. Это Альгинем, очень приятно. Очень приятно. Это Клаус Волсон беспокоит. Вы занимаетесь отдел кадров подбор персонала? Yes. Дело в том, что я хотел предложить свои услуги организации консьерж-сервис в вашей гостинице. Окей. Анна Сергеевна, я очень любезный, у меня всегда улыбка во рту. Улыбка? Улыбка во рту, да. Я полиглот и понимать на всех языках. Я даже готов делиться с вами ваши чаевые, когда буду работать. Клиенты, у которых не все в порядке голова, я оказываю услуги парикмахер. Да ладно. Если первые два месяца я буду получать 800 евро, потом 1000 евро, тогда я сразу приходить через два месяца. Вас устроит, да? Устроит, да. Я просто работал стилистом, стелит постели в отеле Хилтон. Я могу быть сомелье, кутюрье и слесарье в одном лице. Мы вас приглашаем на позицию сомелье. Я бы очень хотел работать, такая страна. Мне говорили, что двухместный номер может быть один стул и четыре граненый стакан. Нет, у нас гостиница пятизвездочная, поэтому у нас может быть не только граненый стакан. Вот, смотрите, я по просьбе клиента могу петь ему на ночь колыбельное по телефону или даже потереть спинка. Если клиент попросит, чтобы его не беспокоили, я приносил его номер без телефонный шнур. Как это? Без телефонный шнур. Я всегда одеваю на работу костюм тройка, это трусы и два носка. Я работал в гостинице Редисон обычная, Редисон шашлычная и другие пятизвездатые отели. Ведущего программы поздравления в эфире самого веселого радио. Анечка Сергеевна, рады вас. Я поняла, что это радио. Да, действительно, пока, счастливенько. Пока, до свидания. Жильці вашого будиночку включили в ініціативну групу. Коли вам на загальні збори зручно буде прийти? Люди пишуть з усіх куточків світу. Дідусь із Ізраїля приїхав в доісторичну родину. Вчора була з Мюнхеном, перед цим з Лондону. Ілля Пальцеверова, там Василиса Пальцеверова. Поток інформації, який приходить, він доволі таки обширний. Де ви берете? Я кажу, ну в житті беру. Ну нет этого в житті. Ну тому і нет, що я вже взяв. Розіграв!